много о соблюдении закона, Я могу сказать, что вот те, кто законы пишет, они их вообще никогда не соблюдают. Они не платят налоги. Они ничего никому, они, то есть, ну, они не садятся в тюрьму. Они, то есть, ну, как бы, это такие неприкосновенные люди, типа. Вот. Так, ну, поставьте себя на их место и будьте такими же. Они от вас требуют невозможного, того, что они сами не делают.